Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Zombie Strike. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас тут. Получить все, конечно же. Так, содовые две, так, осколок украшений, пивасик, монетки славы и универсальный герой, да, осколочки. Хорошо, давайте-ка посмотрим, что у нас по гильдюйке. Так, гильдия. Вау, левел 4 мы получаем, ребята, опыт гильдии повысился. Замечательно, заявочка, задроти, давай иди сюда. Если ты... Нет, он уже, к сожалению, или присоединился. Я не понял, ребята, сейчас посмотрим, есть ли у нас здесь задроти. Нет, ребята, нету, видимо, он присоединился уже к другой гильдии. Ладно, хорошо, ребята, территория гильдии, заходим, смотрим. Так, вначале мы начнем, как обычно, ребята, по стандарту с рейда. Ой, 31% остался всего лишь у этого зомби сшитого. И я, естественно, ребята, вношу свою лепту в этот бой. Поехали. Посмотрим, насколько мы здорово его сможем наказать. Там сколько было? 30%, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Так, а я могу? Могу. Чтобы не томить, как говорится, да, нас. И... Так, по-моему, бесплатное должно быть у нас оживление, и я смогу еще разочек с ним подраться. Да, 30%. Сейчас, ребят, заодно и посмотрим, сколько мы отнимаем за один бой. Лично я сколько процентов снимаю. Так, ну давай, что ты за это? Эй! Фу, я уже думал, зависло опять, ребят, но нет, вроде бы прогрузилось. Меня вот это иногда пугает порой. Так, давайте-ка быстренько промотаем. Так, 32, всего лишь 2%. В общей сложности я отнял, ребят, 4%. Ну, ладно. Так, гильдия, получить заказ. А у нас что, нету ничего, ребят? Получить заказ, как-то... есть, все, нормуль. 10 часов, пошел, как говорится, ребята, у нас отчет времени. Так, пожертвования. Естественно, ребята, я буду делать, хотя очень дорого все это. Но я думаю, что 50 я могу внести. Количество заказов, то есть у нас будет расти. Ладно, отлично. Один раз я только могу сделать, да? Хорошо. Что у нас тут? Так, соточка. Сколько я могу... Блин, нифига сколько. Ну ладно, хорошо, я сделаю себе одно улучшение, ребята. И у нас открывается герой обороны, атака. Так, они мне нужны, ребята. Они мне нужны, потому что у меня слишком слабая, ребята, оборона. Да, деньги, конечно, улетают только в путь. Все, отлично, ребята. 10-8, это у нас на оборону, на танков, так скажем. Так, магазин «Война гильдии». Давайте зайдем, посмотрим, ребята, что у нас здесь можно сделать. Могу ли я вообще участвовать уже в «Войнах гильдии»? Так, сортировка, вроде бы тут все отлично. Посмотрим. Так, 2 из 4. Раунд на игры на вылет у нас. Ох ты, ох ты. Изображение игры на вылет. Офигеть, ребята. А, то есть лучшие кланы будут драться здесь. Так, а я не понял, я заявку сделал или нет? По-моему, пока тут ничего нету. Все под знаком вопроса. То есть она еще не началась, или мы еще даже не участвуем. Ждем следующего сезона, тут написано, ребят. Хорошо, будем ждать следующего сезона. Раз мы ничего пока не можем здесь сделать. Нет чемпиона, нет табло, нет самого ценного игрока. Так, ранг гильдии в обычном сезоне. Угу. То есть нам в любом случае, ребята, придется ждать следующего, видимо, сезона, чтобы мы смогли участвовать. Пока ничего не происходит. Ясненько все. Тут вроде бы мы все разобрались. В магазин мне пока не нужно. Больше здесь делать нечего, да? Развивать. Так, технологии гильдии, это понятно. Рейд, это понятно. Фабрика гильдии у нас запущена. Тут я пожертвование сделал. Лидер гильдии, елки. Положил 100к. Ладушки. Вроде бы как и все. Так, ну что же, давайте, ребята, начнем, как обычно, с квестов дня. Как же без них? Без них никуда. Так, сделайте одно базовое приглашение. Ну, это проще пареной репы, я делаю бесплатно здесь.
Эх, ерунда. Ладно, давай еще сделаем за содовую. Блин, да что ж ты будешь делать? Так, поехали. Посмотрим, может быть, здесь повезет. Нет, не везет пока. Давай еще тогда одного героя с вами пригласим. Посмотрим, кто это будет. Я не могу понять. Вот на мобильном устройстве, ребята, играю. Все идет без лагов, без глюков. Блин, почему-то на эмуляторе вот так вот подлагивает. Так, и еще разок. Что-то как-то не фартит, если честно, ребята. Да, только трехзвездочных дают. Плохо, ну давай попробуем за сердечки. Да. Не айс как-то, ребятушки. Так, хорошо, получаем наш реворд. Так, получить награду за выживание два раза. Ну, понятно, ребят, давайте. Бесплатно. И за 20 гемов. Получаем. Так, отправить 5 сердец. Ну, это, ребят, проще пареной репы. Вот каждый раз вот эта вот прогрузка идет. Вот припаривает, честно вам скажу. Просто припаривает. Так, ну что, я здесь отправил. Давайте сделаем разведку, посмотрим. Ага, 20 фляжечек получили для улучшения, как говорится, для подъема по рейту наших бойцов. Крутить рулетку два раза. Так, посмотрим. Ну, в принципе, неплохо, если мы что-то здесь выиграем. Ну, естественно, конечно, хотелось бы что-то кроме денег, наверное, и... Ха-ха, нам деньги. Ладно, давай еще крутанем. Ну, давай, ну, не подкачай. Ну, ладно, в принципе, тоже неплохо. Колечко, я считаю, что... У меня, по-моему, даже ни одного кольца еще нету, ни у кого. Эть! Все, ребят, больше крутить пока не будем. Хорош на этом. Так, получаем еще 20. Победите в двух битвах в рейде. Испытание. Ну, естественно, ребята, сейчас мы это все с вами быстренько сделаем. Тем более, у нас на пропуске идет, так что... О, хоть денежка пошла какая-то. С деньгами, ребята, здесь тоже очень-очень туго, поверьте мне. Ого, сейчас нехило. Блин, нормуль вообще выпало. Так, и давайте на осколках. Осколки у нас, ну, трехзвездочные. Сами понимаете, что ничего хорошего здесь нам не выпадет. Все. Здесь сделали, естественно, сразу же забираем реворд. 20 гемов. Так, завершить два героических квеста. Два героических квеста. О, воу-воу-воу. Так, давай, завершаем. Мы получаем с вами фишку для рулетки. Тут 25 кристаллов. Так, 17 осколков. И еще две фишки. Замечательно. Так, сразу же, ребята, отправляем. План атаки. Вперед. Здесь тоже вперед. Так, одна звездочная. Погоди-ка, я ведь могу? Или не могу? Опс. Е, круто. Но 50 гемов как-то, блин, дороговато для того, чтобы улучшить себе задание. Все, да, ребята, по-моему, все. А, нет, какой все? Еще есть, ребята, еще есть. Порох, блин, в пороховнице. Запрос женщины-боксера. Так, ну здесь можно все это бесплатно делать, завершить. Ладно, отлично. Так, забираем. Выковать две снасти. Но это, ребята, еще... проще пареной репы. Так, давайте что-нибудь нормальное сделаем себе. Классненько. Курточка это не помешает. Так, с ботинками как-то не айс. Со шлемаками тоже не особо хорошо. Ну, давай вот этот пистолетик, что ли, сделаем. Так. Я могу даже еще вот такой сделать. Сколько я сделал? 7, придурок. Зачем? Нафиг, блин. Твою дивизию. Зачем я сделал 7 пистолетов? Я все бабло, ребята, скинул. Представляете, все бабло. Ой, вот у нас спешка. Елки-палки, ребят, сколько у меня там? У меня почти лямчик всего лишь остался. А этого мало. Так, участвуйте в трех битвах на арене. Ну, естественно, пойдемте сразу сделаем три битвы. Так, давай, где моя там расстановка? Ну, где расстановка-то? Я не вижу никакой этой. Эй! Так, вот они. Как же все-таки на эмуляторе в нее паршиво, ребята, играть, если честно. Тормозит, лагает, глючит, непонятно. Так, хорошо. Одну битву мы с вами провели. Давай вторую. Так, замечательно. Давай еще, пожалуй, третью сделаем. Но это будет последняя у нас. Ну все, в принципе, это задание мы тоже, ребята, с вами выполнили.
Забираем наш реворд. И тут осталось лишь получить награды в 5 компаниях, ребята. Ну, сами понимаете, что это такое и для чего это. Так, у нас есть осколочки. Можем с вами призвать. Но я не буду, ребята, засорять себе инвентарь. И так все туго. Кстати, мы можем сейчас с вами, наверное, получить уровень. Да? Ну-ка, давай проверим. 61-й. Отлично, ребята. 61-й уровень мы с вами получаем и забираем реворд весь. Так, а теперь я, знаете, что хочу? Хочу немножко приодеть своих бойцов. Во-первых, давай шаманку мы приоденем. Хотя она у нас нормально и так себя чувствует. Здесь тоже неплохо, здесь тоже хорошо. Так, воину я не знаю пока, ребята, стоит ли что-то менять или нет. Неужели они у меня... Так, ага, вот здесь можем поставить... Так, погоди-ка. Так, плюс 4% урон против контроля и 140 к атаке. 140 к атаке. А нужно ли тебе? Может быть, мы это сделаем... Может быть, мы это сделаем вот сюда? Вот так вот поставим. Мне кажется, так будет лучше. Она у нас бомбит нехило. Так, а можем мы ей прокачать? Хватает, ребята. Ну-ка, сколько? 880 здоровья. Давай улучшим. Так, отлично. А кому-нибудь еще хватит на улучшение камня или нет? У шаманки, скорее всего, не хватит. Да, буквально 4 камушков не хватает. Жаль. А ну-ка, на прокачку. Недостаточно эликсиров, ребята. Жесть! Вообще офигеть. То одного не хватает, то другого. В этом, блин, очень плохо. Значит, нам придется с вами отправиться тогда в таверну. Давайте глянем. Может быть, даже сможем здесь купить. Так, обновляем все это дело. Да ладно, давай возьмем. Хрен с ним. Так, давай тогда еще сделаем, наверное, обновление. Так, посмотрим, выпадает? Нет, не выпадает, ребята. Ух, еще разок обновим. Хотя вот эти вот тоже нам нужны, ребята. И они 200 на 200. 200 гемов за 200. Черт его знает. Так, фишки золотые выпали. Блин, я не знаю, что делать, ребят. Давай еще разок, последний обновим. Не выпадает ни шиша. Не хочет и все, и хоть это тресни. Ладно, посмотрим, сколько нам хватит. Всего лишь разочек, ребята. И денег, вы посмотрите, на один уровень, чтобы прокачать, да, 143 тысячи уходит. Это, блин, очень много, ребята. Это очень много. Так, ну что, давайте смотреть дальше. Так, рулетку мы с вами крутили, это крутили в башне, ребята, полный звездец, поверьте мне. Полный просто-напросто звездец. Так, кого мы можем с вами убрать? Ой, тут дофига кто у меня ненужный. Давайте-ка вот так вот исключаем. Вот так-то оно будет лучше. Так, у нас нет камней с вами? Нет, камней у нас нету. На призов мы можем только приглашать героев. Ну и в компании. В компании, ребята, тоже полный звездец, поверьте мне. Я даже не знаю, что мне и делать. Мне нужно, по идее, развиваться, раскачиваться. Почему я не могу, блин, а? Требуется VIP-3 или 80 уровень. Да я до 80 уровня пока добреду. Я даже не знаю, сколько это времени на это придется положить. Арена. Присоединиться. Битва. Так, ну-ка попробуем, ребята. Так, а вот это вот не в тему здесь, честно говоря. Давай-ка мы вот так вот сделаем. Угу, отлично, пропускаем. Давайте по-быренькому подерёмся, может быть, что-нибудь хорошенькое нам выпадет. О, 2000. Отлично, поехали дальше. Чё нам, как говорится, эти билетики солить, что ли? Ивентов, я так понимаю, здесь еще не скоро будут какие-то проводиться. Хотя надо будет, кстати, зайти и посмотреть. Может быть, что-то там да есть. Так, 26 тысяч. Кстати, а мы можем кого-то посерьезнее выбрать? Например, вот этого вот. Или нет? Давай-ка я попробую. Конечно. Ну что ж, 2500 еще. Так и получается, что я могу только вот этих вот нижненьких бомбить потихоньку. Так, еще 12 гемов заработали. Так, билетики мои все быстренько-быстренько кончаются. Так, еще 12. Да что ж ты будешь меня гемами-то кормить?
так долго, а? Давай дальше. Блин, 91 уровень. Нужно, блин, соточку, ребята, моей шаманки. Тогда будет, наверное, хорошо. О, 3000 душ. Все, ребят, да? Закончились? Закончились мои билетики. К сожалению, ничего с этим не поделаешь. Так, храбрый рейд у нас открылся. Оу. Ну что же, я думаю, надо сходить, ребята, сюда. Поехали. Так, вы с какого перепуга ты здесь стоишь? Давай-ка вот. Так. Поехали. Докуда дойдем, до туда дойдем, ребята. Ну, сами понимаете, это первые уровни, это все тут изи. О, хорошо, как пошло. Разорвали. Так, ну заодно мы здесь зарабатываем с вами деньги, а деньги у нас, как говорится, на вес золота. Деньги на вес золота. Поехали. Очень пока проблематично. Нет, я в принципе знаю, кто мне нужен, но этих бойцов я не могу еще получить, ребята. Они очень-очень-очень редко выпадают. Также не могу сделать трансформацию, то есть улучшить своих бойцов. Так, хорошо, что нам дают? Еще 20к. Так, с миру по нитке, возможно, и накопим себе довольно хорошую сумму деньжат. Поехали дальше. Так, 60, блин, нужно 80 уровень, ребята, прокачивать своим, опять же, бойцам. Ну, 60 никуда уже не котируется, согласитесь. Так, понеслась. Готов. Мне нужен в пачку, ребята, хил, который может хилить всех сразу. Но этого героя у меня пока, к сожалению, нету. А хотелось бы получить. Так, 20G. 20 жетонов получили. Едем дальше. Так. Кстати, надо будет посмотреть в магазине, что мы за эти жетончики можем с вами приобретать. Я знаю, что их там нужно очень и очень много. Хотя бы приблизительно прицениться, да, ребят? Так. Вау, тихо. Надо будет, нифига, чувак, да? С тисочками с такими. Ну, что-нибудь хорошее дадите? Ага, опять 20G. Вот сейчас, кстати, мы и посмотрим. Давайте-ка вот сюда зайдем. У меня сколько? Тут, наверное, копить придется до усрачки, если честно. 2730 у меня. И смотрим. Ну, вот, можем купить, например, камешки вот эти вот. 500 камушков можем взять. Ага. А вот у нас и герой. Ядрен ты, батон. Ты посмотри, 40 тысяч нужно. Да, вот этого, ребята, персонажа я в свое время продинамил, Натали. Макс. Блин, знаете, кого он мне напоминает? Помните фильм «Безумный Макс»? Там чувак-то этот был самый главный, он носил маску-то на лице. Блин, похож, согласитесь, да? Еще и звать его Макс. Ой, вот этого бы тоже бы хотелось бы, конечно, робота получить. Но такие ценники, ребятули, это... Я не знаю, сколько нужно бомбить. Но, тем не менее, как бы... Все равно проходишь каждый день, играешь, да? Копятся эти очки у тебя потихоньку. Может быть, рано или поздно накопим на что-нибудь полезное пути. Так. Ага, нифига у меня там тисачок такой. Давай, разбираем. Уже, ребята, уже тяжело идет, я вижу, смотрите. Застанили, отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты посмотри, это вот это вот, ребята, шаманка. Смотри, какая она, блин, непробиваемая. Оу! Фига она мне уронила бойца, ребят. Да ладно, она 90 уровня. Ты посмотри. Ты посмотри, что происходит. Мы не можем ее пробить. Офигеть, блин. Да в стан ее загоните. Хотя, ребята, в стане она тоже отхиливается. Есть, все-таки умудрились. Блин, она мне вот эта шаманка, знаете, кого напоминает? В идол-героях Норму. Да-да-да, вот что-то типа того. Поехали дальше. Сюда нам придется, ребят, какого-то бойца с вами... забирать, заменять на дохлика на этого. Так, поехали. И это будет у меня... Да, придется вот этого бойца, ребята, брать. А что, выбор невелик, поэтому придется. Поехали. Шаманка, ты будешь мне хиляться или нет? Хиляется, вот ее бомбят, а она отхиляется, ребята. Ну как прям норма. Так. Давай. Вот так вот. Пробьем? Да, должны пробить, ребята. 80 уровень. Е, упала. Шикарненько. Так, и что еще зарабатываем? Еще 35к. То есть 35 и 35, 70 тысяч сбоя.
Так что это в наших интересах пройти как можно дальше. Мы получаем и жетончики с вами, и голду. Так. Ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай. Массовые атаки пошли. Добивочные, давайте добивать шаманку. Все. Ну что, тут быстро получилось. Так, 15 очков. 15 G, точнее, этих. Так, погоди. Продвигаемся сюда. Еще ни разу, ребята, я не прошел полностью, как говорится, этот забег. Хотелось бы, конечно, посмотреть, что там в конце. Какой реворд. Ох, вот эти вот ребята крепкие. Они станят. У них такой стан интересный. То есть мой юнит ничего сделать не может. Просто стоит в теневухе и все. О, хорошо как. На. С дробашом такой чувак, да. Прикольный. Ну давай, 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 падай уже. Готов. Ну-ка. Еще. Что-то все меньше и меньше нам дают этих жетонов, ребят. Так. Опа, опа, ребята, я сейчас увижу, кто такой Бутчер. Я его ни разу не видел воочию, как он выглядит. Только на картинке. Ну-ка. Дай помедленнее, где он? Воу! Этот чувак явно сбежал с игры Silent Hill. Бум! Ёпрст. Ага. Нифига он припечатал там по задним рядам. Ёлки-палки, ребята. Офигеть, что тут происходит. Ай. Вот лучше пускай бьет шаманку. Она хотя бы отхиливается, ребят. Фига, этот чувак крепкий, а. Блин, застанил. Ты посмотри, что он делает. Он в стан вгоняет. Опа, отлично. Ну, здесь справились, хорошо. 90 очков получили. Так, 35 этих голды. Так, и у нас тут что? Да подожди ты, мне не это нужно. А, тут дальше можно идти. Хорошо. Так, нам нужно кого-то, ребята, взять. А кого взять? У меня больше, по-моему, не остались. Ну, давай вот эту вот возьмем. Как говорится, за неимением кого-то приходится взять. А бы что? Нифига тут чувак. Нифига ты громозека. Его хрен положишь, ребят, смотрите. Вот это крепыш. Так, главное, чтобы шаманка моя не упала. И все будет хорошо у нас. Воу, еще и у него и Бутчер здесь. Печалька какая-то у нас пошла, ребята. Просто грусть. Ай, каждый удар как так больно смотреть на это все. Да ты посмотри, какой этот тварёныш крепкий, а. Не пробить его. И он всего лишь шаманку уложил мне. Ну, естественно, сейчас мой этот убийца упадет. Он не танкуля у нас, нисколько. Наконец-то хоть что-то толковое получилось. Блин, блин, ребята. Все, сейчас будет разбор полетов. Сейчас будут падать один за другим. Ну, мы еще и промахиваемся. Мы еще и... Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, сможем одолеть Бутчера этого? Одолели, ребята. Ну, а дальше-то что? А дальше ничего. Фиаско просто-напросто. У меня армии не осталось. Да... Ну, я так понимаю, это еще не последний. Мы, наверное, вот сюда поднимемся и потом... И должны, я так понимаю, вот сюда добраться. Жаль, конечно. Ну что же, сколько мы сундуков с вами открыли? Наверное, штуки три. Раз, два, три. Да, ребята, три сундучка. Получаем 300 тысяч монет, 300 храбрости. Ну, я считаю, неплохо. А если полностью эту пройти, то, слушайте, ну, реально, в принципе, насобирать через годик-два себе на каком-нибудь юнита. Что еще можем? Так, компания. Ну, в компании, ребята, сразу вам говорю, вы сейчас лично убедитесь. Я не могу одолеть этого босса, который здесь будет у нас стоять, потому что... А сейчас, секунду, подождите-ка, мы можем кого-то прапать? Мы вроде денег заработали маленько, сейчас посмотрим. Так, нет, ничего мы пока не можем. Блин, ничегошеньки, тут... А развить? И развить не можем. 525... Базовая атака направлена на врага с самым низким здоровьем и наносит 110% урона. То есть самого слабенького мы просто можем добить. Да. Черт подери, хотелось бы, конечно, ребят. Но не хватает мне
500, да, надо? Хорошо, у нас с вами есть гемы. Давайте-ка зайдем на черный рынок и посмотрим. 500, ну, давай, предположим, хрен с ним, ребят. Я куплю, я потрачусь, фиксник. Все равно этого мало, да? Мало, обновляемся. Так, 600к, блин. Ну и ценник, ребят, во. Вот. Да, я трачу 300 гемов, ребята. Ничего с этим не поделаешь. Ну что же, будем развиваться. Крепыш, как ты думаешь? Или не будем? Убийца ты наш, а? Или кого-нибудь получше нам развить, а? Так, а мы можем вот здесь вот с вами подняться, да? Что у нас есть мы... Ничего. Этот мы еще последний не откроем. Это будет, наверное, на 80 уровне у нас доступно. Так, мы можем также... Ага, а это что у нас такое? Когда наносит урон, имеет 40% шанс контратаки. Слушайте, у... 1000 стоит. Вот дилемма. Вот дилемма, ребята. Я даже не знаю кого. Так. Каждая атака увеличивает чистый урон на 10%. Блин, ну хрен его знает. Ну как же быть? Как же быть, а? Либо развивать ему, нашему блокпосту, либо же все-таки Фриди, ну она у нас всего лишь подымется там немножко, или же вот Кири. А, черт подери. И что Кири, что блокпост, они оба делают массовые, ребята, атаки. А давайте посмотрим вот так вот, смотрите, атака... 4190, да? Посмотрим. 4190. А тут 2370. Да, у блокпоста-то будет атака посильнее, ребята. Фу. Что у него там? Базовая атака направлена на врага с самым низким здоровьем. Ладно. Развиваем. Так уж и быть. Ну, крепыш, если ты меня подведешь, тебе будет не сдобровать. Лично накажу, лично покараю. Так, улучшение, улучшение не можем сделать. Так, ну что же, давайте смотреть тогда с вами, что у нас будет происходить в компании. Но, опять повторюсь, не могу я пройти этого последнего босса. Так, ну что же, поехали. Посмотрим, как у нас тут все это дело будет происходить. Вот, ребята, вот этот вот босс. Бьет он очень жестко, серьезно, не шутит. По заднему ряду как влепит. Все, хана там всем. И вот смотрите, вот эти вот шаманы, они постоянно хилят, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Бабах, вы видели, что произошло, ребят? Вот так вот. Называется, причесала задний ряд. Нет, нет, ребят, ну, без вариантов. Промахиваются еще причем. Все, вот такой вот, ребята, разбор полетов. Нормуль? Вам понравилось? Мне тоже. Мне тоже очень это понравилось. Как нас тут разобрали в пух и прах. Хорошо, давайте попробуем тогда с вами башню. Башню заточить. Вот эти вот два олуха, ребята, которые... Каких два олуха? Вот эти вот чуваки, они станут. Сейчас, короче, вы это все, ребята, увидите. Хотя на этот раз я, может быть, даже смогу пройти. Потому что я не знаю. Давай вот так вот попробуем. Потому что мы немножко укрепились с вами. Проверим, прокатит это дело или нет. Тоже, ребята, у них массовые атаки. По заднему ряду очень больно бомбят. Так. Сейчас будут станет, ребята. Вот когда у них будут суперудары, будет идти офигенный стан. Ах, вот смотрите, что они творят, ребят. Что они творят. Видите, убийца мой в теневухе. Все, он ничего сделать не может. Два хода, ребята, минус. Да давай ты. И, блин, жрицу мою тоже, видите. Вот такие вот они, ребята, говнюки. Они боятся массовых атак, ребята. А у меня массовых еще нет. Вот только жрица. И ее, как всегда, в стан загнали. Смотрите, ребята, как специально все делается. Сейчас почистят ряды, да? О чем я и говорил, ребят. Блин, вот они не выпускают просто их из стана. Первый ряд просто вот так вот будет тупо сейчас. А нет, вышли каким-то макаром. Фу, есть шанс, ребята. А ну-ка посмотрим. Да чтоб тебе, опять в стан загнали.
Это даже не стан, ребята, это я не знаю, как назвать. Она просто стоит. Стан — это вот когда вот звездочки над головой. Но прошли. Фух, а это хорошо, ребята. Это означает, что мы с вами продвигаемся дальше. Отлично, тут реворк, кстати, неплохой, смотрите, пистолетик. Поехали. Ух, надеюсь, прокатит, ребята. Так, смотрим. Ёпарсете, что за кислотники? Началось, блин. Ну, в принципе, шаманки — это даже на руку, когда ее бомбят. Она и сама отхил у нее идет. А вот то отравление, нафиг оно бы нам... Оу! Фига они тут попрыгульки. Ну, успокойтесь вы нафиг, а. О-оу. Как-то мои атаки, ребята, тут малоэффективны, я посмотрю. Так, одного застанили. Так, ладушки. Давай-ка вот этого добьем хотя бы одного. Нет, они переключились все-таки на этого. Сейчас будут опять прыгунки. Слушайте, ну, ребята, здесь у нас идут чисто ближники. Да? Миличники. Ничего они такого нам не сделают. Суператаки у них не такие сильные, так что мы здесь должны с вами... Ах, у нас тут отравление висит на всех. Вот оно что. Я думаю, почему у нас здоровье-то потихоньку тратится? Это плохо. О, еще одного застанили. Ну что, есть шанс, ребята. Блин. Потихоньку, особенно вот моя вот эта персонажка. Ну, одного пробили, отлично, ребята. Беремся за второго. Ну, естественно, он бьет самого слабого. Так. Давай вот этого добьем. Сможете добить? Нет, он еще будет жить раунд. Сейчас зато все бомбанут массу. Я думаю, что так медленно-то у нас, елки-палки. У нас первая скорость стоит. Ага. Ай, шаманка упала. Ну, я думаю, что успеем, ребята. Должны успеть. Ёк-каламене. От отравления дохнут потихоньку, ребята, у нас. Так, тихо ты, попрыгун тут. Есть. Да, ребята, прошли дальше. О, пистолетик. Надо будет, кстати, примерить. Может быть, кому-то он, кстати, даже очень подойдет. Так, 86 этаж. Ага, давай-ка про... Подожди, ребят. Все-таки я хочу посмотреть. Может быть, у нас действительно что-то есть такое мощное, и мы можем одеть... Посмотрим. Вот единственное, что прогружается, вот это все 3 часа, блин. Ну давай ты показываешь. Вот неужели так тяжело вот прогрузить, что там у тебя одето? Амуниция прям, ё-моё. Прям столько занимает времени на то, чтобы показать, какая там у тебя. Жесть. О, вот здесь можем. Ну а стоит ли? Да ладно, в принципе, ребят, мы ее периодически все равно берем в отряд. Поэтому думаю, что стоит. Так, а вот это вот у меня, конечно, Стелла немножко меня подводит. Я на нее как бы большие ставки делал. При получении урона увеличивает урон навыков на 25% на 3 раунда. Ничего такого я не видел, хотя она контролька у нас. Контроль должен быть, как говорится, контролем. Все должно быть хорошо у нее. Ну, так, у нас хватит? Нет, ребят, у нас не хватает. Ух, еще 800 нужно. Я навряд ли, конечно, добью это все с этого. Так, ну-ка давайте сюда зайдем. Получить и отправить. Кстати, вот этого босса можно было бы бомбануть. Но вот знаете, что здесь плохо, ребят? Я не могу сделать этот. Сразу, например, 10 атак произвести на него. Понимаете? Так, что тут? О, 35 тысяч на халявку. Давай еще, видите, вот 10 попыток. Но тем не менее, ребята. Так, 2 сердечка получил. Что дальше? О, сапожки надыбали. Так, теперь что? 46 тысяч голды. Ну что, да, вот так вот по одному. 50 тысяч голды. У-у-у. Не могли сразу вот сделать, чтобы я вам 10 атак сразу провел и просто потом бы открывал бы их и все. О, куртяшечка. Двухзвездочная. Еще одна курточка. Победа! Все-таки мы добили этого босса, да, ребят? Мы его добили. Блин, у меня еще даже 2 энергии осталось. Может быть, мне вот так вот сделать? Попробовать. Хоп, хоп. Какая разница, да? А, тут нельзя пропустить, что ли? Нельзя. Или можно? Можно. Победа. Что мы получаем за это? Будет нам что-нибудь такое хорошее? То есть наград никаких, да? Понятно. Ну все, больше нет у меня.
Энергии же нет у меня. Ах, с бойцами, с этими можно не тратить энергию. Ладно, понятно все. Так, заявочки на друзей, ребята. Отсылаем. Чтобы получать больше, как говорится, сердечек. И больше заданий у нас всяких. Че, все? Максимально достигнуто количество друзей, да? Нет. Блин. Бутчер. Так, 50. Ну что, нормуль. Я считаю, что это хорошо. Так. Награды за рейтинг. Так, давайте посмотрим. Может быть, здесь что-нибудь есть такое, нет? А, за вход, да, ребята. 300 гемов с вами получим сейчас. Так, еще. Нормуль. Я совсем забыл про это, ребят. Так, это недельный, месячный. Так, это ключи, нам не нужны. Короче, здесь мы все с вами посмотрели. А здесь... Так, призы, приглашения. Ребята, так, сделайте продвинутое приглашение 25 раз. Нам буквально еще 4 раза осталось, и мы с вами получим 5 кружек пива и 1 камень на призов. Так, призы трансформации. Так, а трансформировать одного героя пятизвездочного 10 раз. Потом, ну, понятно. Так, а вот это я так не разобрался, ребята, что потратить 5000 алмазов. Мне еще 1500, я получу еще 2 камня. Так, вот это вот, в принципе, я думаю, что... Подожди, вот это вот, да? Сколько у нас нужно сделать? Сделать продвинутое. 4. Пригласить героя. А у меня сколько? А у меня нету нисколечко, ребята. К сожалению. Продвинутое. Но можно, в принципе, зайти в бар, посмотреть... Так, секунду, что у нас тут? А, ну да. Забираем. Всего лишь 300? Убийство мародеров? Ха. Давай посмотрим, может быть, здесь у нас будет где-нибудь пивасик лежать. Кружка пивасика стоит, наверное, где-то 150, ребята, кристаллов. Ну, я не вижу здесь ничего. Так, 200к не стоит тратить, ребята, это я вам точно говорю. Ну, давай вот это вот я куплю. Вот это возьму и, пожалуй, вот это вот. Как говорится, как быстро заработал гемы, так быстро и потратил. Придет тот момент, когда ты будешь об этом сильно жалеть. Что надо было оставить, там тыры-пыры, трали-вали. Не надо было тратить. Но у меня, ребят, пока есть месячная карта, мне гемы падают. Поэтому я не особо переживаю за этот счет. Так, давай-ка мы с тобой улучшим героя. Так, стоит ли этого нам? Или же все-таки давайте, наверное, шаманку. Так, 90... черт, золото! Теперь проблема в золоте. Да чтоб тебе, да, ребята, что хотели? Ну что, поехали дальше в башню. Попробуем, ребята, посмотрим, что у нас тут будет происходить. Наверное, мы где-нибудь до 90-го-то, может, дойдем. Как вы думаете? Попытаемся, по крайней мере, да? Поехали. Смотрим, что у нас тут выйдет. Так. Ну, пока вроде бы ничего, ребят, такого страшного нету. Фига они какие крепкие. Оу. Бомбят по задним рядам. Это... Так. Кровотечение висит. Хреново, ребят. Хорошо, что у нее отхил есть, ребят, да? Смотрите, она отхиливается. Причем довольно хорошо. Есть. Минус трупак. Давай, 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 давай. Так, опять кровотечение повесили. Блин, ты посмотри, какие эти говнюхи крепкие. 103 уровень, правильно, ребят? Что я хочу-то? Ха-ха. Далеко мы так не уедем с вами. Воу. Расколбас полнейший, ребят. Ну все. Практически, ребята, разобрались мы с ними. Осталось лишь пару массовых атак, и все, им кранты. Ну. Е, готов. Застанили, сейчас разберем, ребята. Е. Ну и последнего хламона, естественно, тоже разбираем. Отличненько, 45 тысяч голды. Мы с вами на 87 этаже. Вот тут, я думаю, будет уже, ребята, печалька. Так, ковбои, а они мощные. Они мощные, эти ковбои, 4-звездочные. Плюс 104 уровня. Ладно, посмотрим. Блин, две тигрицы тоже как-то не айс. Да ладно, блин, ты посмотри, что они творят, ребят.
Вот я об этом и говорил. Задние ряды просто бедные страдают у меня. По-жесткому. Что у них два встани, что мои встани все, да? Ну давай. Вот это хорошо. Опять застанили. Ай, не надо, не надо задние ряды бить, пожалуйста. Е, минус один, ковбой. Минус два ковбоя. Так, 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 давай, 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 давай. Е, тигрица минус. Ну что, ребят, я могу сказать авансом, ребята, здесь победа за нами. Ничего уже тут им не поможет. А может быть поможет? Да не, вряд ли. Шаманку не пробьют. Да-да-да-да-да. Оу. Все равно на дорожку вот надо было, да, вот забрать моего бойца, а? Голодранцы. Ну давай, давай, давай. Да. Что ж ты будешь делать? Ну добиваем ты, ё-моё. Есть, упала. Упала и отжалась. И у нас, ребята, 88 этаж. Тут чувачок какой-то с бензопилой, блин. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, монашки. А у них очень серьезный крит-удар. Причем массовый. Задние ряды сейчас у меня будут быстро, наверное, падать. Посмотрим. Ну, ребята, они зато к атаке слабые, смотрите. Что ж такое-то? Дайте ударить. Ах, больно так. Да как сказать, слабые, не особо-то и слабые, ребят. Так. Ну-ну-ну-ну. А он же в стане был, как он вышел-то из него? Я не понял. Странно. Чёртовы бензопильщики, да? Я боюсь, у меня сейчас блокпост мой упадет. У него очень мало здоровья. Ну-ка, давай посмотрим. Главное, монашек мне убить. Задний ряд, и все будет хорошо, ребят. Да мы будем бомбить-то или нет? Задние ряды-то, ё-моё. Ай, убили все-таки моего убийцу. Ну, есть. Одну монашку хотя бы уничтожили. Сейчас уже упадут еще две. Стопудняк, вам говорю. А, нет, не сейчас, когда у них накопится спецатака. Смотрите, монашка одна просто держит атаку на себе. Нормуль. Блин, а вот эти вот гады какие крепкие, вы посмотрите, а. Танкули. Давай, 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 наказываем, наказываем. Так. Ай, как хорошо, замечательно. Ну что, последний остался. Ребят, мы его, естественно, сейчас уничтожим. Оу, вот тебе и уничтожили, ребята. Проиграл по времени. Да, 15 раундов дается. То есть я не смогу его одолеть. Пока не смогу. Трансформация героев. Ох, мы можем кого-то трансформировать. Слушайте, на 4 звезды. А ну-ка давай посмотрим. Так, предположим, да? Погоди-ка, а ведь не хватает же. А как же я... А, подожди, на ней и не стояла трансформация. Чего вы мне? Вот. Либо... Либо. Кто ты такой вообще? Что ты делаешь? Базука его звать. Так, у него 109. Это начальная тут. 103. Наносит 200% атаки цели. Понятно. И снижает броню на 25%. Тут-тут-тут. Ну что ж, давай, хрен с ним, так уж и быть. И заодно почистим себе инвентарь. А вот так, а сюда троих кого? Ну вот, давайте вот этих вот. Да, базук этих и воткнем сюда. Трансформация. 4 звезды. О, классненько. Так, все, больше никого не можем, да? Больше, к сожалению, никого. У этих вообще, ребята, нет трансформации, представляете, да? Я вот должен... Так, это на 5, на 5. А этих как? А этих я уже должен получить 5-звездочных. После этого я смогу их только трансформировать на 6-ю звезду. То есть вот так вот легко и просто якобы, да? Ладно, тем не менее, у нас появился с вами один персонаж. Можем, конечно, вот так вот сделать. Посмотреть. Ага, Билли вышел. Пригласить. Ну, давай всех.
подожди, комбинировать. Ну, сейчас сколько забьется, ребята? Так. Хорошо. На трансформацию сгодится, нет? Есть, ребята. Так, мы можем с вами ковбойку какую-то сделать, либо вот этого вот хмыря. Еще нифига себе ты. Жесть какая-то, да? Жесткий такой парень. Упырь величать его. Так, наносит 185% атаки. Урон цели базовой атаки. Продолжает наносить 60% атаки. Урон каждый раунд в течение 2 раундов. Так, базовая атака имеет 50% шанс кровоточивости цели. Наносит 35 атаки. Урон, короче, 2 раунда. Понятно. А здесь? Здесь у нас что? Когда здоровье ниже 30%, увеличится пробитие брони на 75%. 3 раунда. Наносит 205 атаки. Урон одному случайному врагу на задней линии. И увеличивает удар на 15% на 3 раунда. То есть задние ряды хорошо сносит, да, получается? Ха, даже не знаю, ребята, что ей делать-то. Ну, давай попробуем ее, наверное, да? Или упыря все-таки? Я вот даже не знаю. Упырь. Так, упырь у нас здесь еще вот такой, на 5 звезд. У него что там добавляется, если посмотрим? Увеличивает атаку на 15%, здоровья на 20%. Даже не знаю, ребята. А если мы посмотрим так, вот здесь вот. У тебя что получается? Увеличивает... А, у них практически у всех идет стандарт, да? Третье, понятно. Ладно, давайте мы сделаем Эбигейл. Все равно пойдет потом куда-нибудь, наверное, на корм. Хотя, погоди-ка. Да, вот так вот сделаем. Поехали. Раз, два. Три. И вот здесь вот кого уберем? Наверное, вот этих вот. И, скорее всего, одного, наверное, ребята, ковбоя. Ну, вот так вот. Ну что, трансформация, ребят. Ну, все. А, у нас... У нас и этого можно, ребята. Ну что ж, давайте тогда сделаем и этого. Так. Я думал, что у нас не хватит, а все нормуль. Так. Давай вот так сделаем. Так, и... Я даже не знаю. Ну давай вот так вот. Замечательно. Ну что ж, двух героев сделали. Но это ровным счетом ничего не меняет, все равно. Денег опять не хватает. Ну что же, друзья, давайте на этом будем с вами завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть. Так что всем пока и удачи вам.